Опа, отходи, отходи, отходи. Рип. Ну это вообще рип просто. Кулак, здорово. Я могу сделать себе бургер. Бургер. Как быстро мы загрузились, слушай. Неожиданный поворот. О, сейчас начинается. Так же быстро и умрем. Начинается. А окно почему выйти нельзя? То есть смотри, например, я тебе даю одну стрелу, там тебе пофиг. Вторую даю тебе пофиг. Третью, видишь, тебя уже жмыхнуло. То есть стараешься, ну, не подпускать чуваков к себе и лупить издалека, и все. Тоже нормально работает. Я так в большинстве времени не играю, потому что комбо, ну, так лагает, что я никогда не делаю практически. Редко. Я еще без подпрыгиваний. Без подпрыгиваний? Сейчас у меня тут какой-то жук на столе, надо его убить, погоди. Все готово. Так. Подкидываешь оппонента, когда он падает, делаешь вот такую вот фигню. Откидываешь дальше его. Это на, короче, на этом. Ну, на захвате точки. Нормально прокает. Ну, чуть-чуть раньше надо делать. Да, такая история. Как быстро мы загрузились, слушай. Неожиданный поворот. О, сейчас начинается. Так же быстро и умрем. Начинается. Я тоже, походу, тут меня маг в комбу взял. Рип. Да. Нормально пойдет. Видишь, у них никнеймы одинаковые в конце. Ну это рип, да. Вообще максимально. Поклонники, это девчонки, поклонники BTS, отвечаю, просто чувствую. Есть группа корейская такая, BTS. Так это... А это... Да я уже в своем сознании настолько преисполнил. Так это... А это имена солистов их. Понятно, прикольно. Нормально, слушай, мне нравится. Сейчас я придумаю. Тут надо будет внезапно отойти, возможно, даже посреди ранкинга. Надолго? Души, я не знаю даже. В самом деле. Вообще, насчет ранкинга, да, ты же понимаешь, что ты бегаешь с челиком, у которого вообще брони нет. Так что... Ты понимаешь, что ты бегаешь с человеком, который ничего не умеет? Ты ладно, у тебя хоть броня есть. У новичка, который только зашел в игру, типа, одну минуту, у него больше дефенса, чем у меня. Причем прилично так больше. Прикол. Классно он стены поставил, конечно. Просто крутой. Такое. Опа! Отходи, отходи, отходи. Рип. Ну это вообще рип просто. Кулак, здорово. Всех перетащу, короче. И... перетащил. Алиса. Теперь мы с тобой вдвоем. Как тебе такое? Кайф. Интимник. Стою в кругу. Ясно. А зачем мы в пати зашли? Выйти. Честно, создам кастомку. У него там. Ну да, все как я и говорил. Дино один. О, новая сапкарма. Ну что там стоит? Возмездие? Че еще? Ну у меня на английском, я не знаю. Ну у меня нет, вообще ни одного скилла, так что. Рип. У меня скиллы под наушники, под ПВЕ, ну ладно. Постреляю с осадного режима, значит. Не, такое себе. Не, вообще-то осадный режим там сносит, но им попасть очень тяжело. Побиться? Давай побьемся. У меня скилл откатился мгновенно.
Че за фигня, у меня же не стояло кристалла этого. Интересно. А в окно почему выйти нельзя? Нельзя. Там закрыто. Я тут в окно вообще-то пыталась его прыгнуть. Там закрыто. О, сила, сила. Рип. Ну все. Все, маны нету, да? Стоял там все за стенкой, нормально тебе? Ух, как же лагает. Ё-моё, съёмас. Еще та тебе. Он даже не попал, но неважно. Ну вот... Там иконка, где такая рука, типа, такая хватает. Вот, это, короче, иероглиф вот этот вот, который... Ну, это типа комба на брейкере. Ну да, ну это классический курдспелл. Ну там надо... Я обычно спамлю пробел, как дебил просто, чтобы она прыгнула нормально делать. Ну, я попыталась, но ну, сейчас да. Я понял, да. Лагает тут. В тренировочной комнате попроще, а то там не лагает. Фейк рисел на паншину. Так. Ну так там инвиз не нужен, чтобы тебя не замечали. Карта огромная. Типа, я на мече точно так же сваливаю. Мику, что ли? Ну как бы да, но у меня маленькая... Да. Что-то пошло не так в этой жизни. Просто я туфли выбила, как бы я готовлюсь к платью, но волосы еще не готовы. Ну попробуй. А, у тебя. У тебя два раза демолишер сейчас кинулся. У тебя прокачанный, значит. Да. Я хз, он. Короче, это, подожди, я сейчас пойду, схожу, куплю и приду, и тогда пойдем. Ладно, ладно. Люблю играть на мечнике, просто не могу. Мечтаю о комбо мечник-лучник, но это сосайт, так что... Не, можно, можно. Можно кайтить просто, вот как Чайка делает. Ее, кстати, классная острота, никто так не делает, но это здорово. Короче, суть в чем. Ну, это работает только в PvP, а PvP это один режим из трех, поэтому рип. Практически всегда. Ну, если тебя в Слэйре поймали, ну, как бы, доби, да, все. Поэтому да, вот как-то так. Но это слишком быстро. Типа, поэтому я недостаточно далеко улетел. Чуть подожди, перед тем, как прыгать. А это но слишком долго. Да? Такая фигня. Да. Ну, вот где-то посередине между этими вариантами. А еще есть такая фигня, что автотаргет сбивается, и ты не прыгаешь. Ну, это просто лаги. Такая фигня, эти лаги вообще. Потому что у меня, пока я на таких сыграла, была стратегия такая. Бьешь и бежишь. Бьешь и бежишь, в общем, стратегия проста. Simpsons Hit and Run. Такая игра была. Да. Ей в PvP вообще никогда не попадешь, просто, ну, нереально. Ой, Алиса, я же могу сделать себе бургер. Чё, кого? Я могу сделать себе бургер. Бургер. Вчера... У меня была какая-то шуточка про бургер, но я ее забыла. Вспомню, пошучу. Ладно. Моя цель сейчас собрать 100 подписчиков на канале. Лайк, подписка, колокольчик, чтобы преисполниться.